Детский национальный медицинский центр Узбекистана уверенно движется в ногу со временем, внедряя передовые методы лечения онкологических заболеваний. Высокий уровень квалификации врачей, передовое оборудование и инновационные технологии позволяют предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь, соответствующую международным стандартам. Впервые в истории здравоохранения Узбекистана была проведена успешная аллогенная трансплантация костного мозга у детей с диагнозом рак крови. Я слышала, что пересадка стоит очень дорого. Нам сделали это бесплатно. Матери больного ребенка очень тяжело на душе. Когда дети здоровы, то и мама счастлива. То, что чувствует Орамгуль Бабамродова, чей ребенок уже много лет страдает от онкологической болезни, очевидно только ей самой. Аллогенная трансплантация костного мозга – очень сложная хирургическая процедура. За рубежом эту практику можно осуществить только за большую сумму денег. В области медицины в нашей республике достигнут огромный успех, положивший начало новой эпохи. В детском национальном медицинском центре 6-летнему Мураджону Боитову и 4-летней Мубине Улухбердиевой, больным тяжелой таласемией, впервые в истории здравоохранения Узбекистана была проведена успешная аллогенная трансплантация костного мозга. В результате этой уникальной и высококвалифицированной медицинской практики маленькие пациенты были полностью излечены от тяжелой формы онкологического заболевания. Моя дочь лечится от заболевания крови с 7 месяцев. Прошло 4 года с тех пор, как мы переходим из одной больницы в другую. Я жила с надеждой, что моя дочь выздоровеет. Слышала, что такую операцию делают за рубежом. Все думала, что если бы мне удалось найти матерей таких детей, я бы расспросила у них об этом. Но, к счастью, нам позвонили врачи этого центра и сказали, что смогут вылечить мою дочь. Операция прошла успешно. Моя дочь поправляется. На сегодняшний день 12 пациентам в центре успешно выполнены аутологичная и 2 пациентам аллогенная трансплантация стволовых клеток. Мой сын жил на донорской крови с 3 месяцев. Сейчас нет никого счастливее меня. Слова не могут описать мою радость. Мой ребенок выздоравливает. Благодаря нашему президенту и его вниманию к здравоохранению, в сердца таких матерей, как я, возвращается радость. В своей предвыборной программе президент пообещал внедрить трансплантацию костного мозга детям с онкологическими заболеваниями. Сегодня мы счастливы, что провели ауто- и аллогенную трансплантацию маленьким пациентам. Начали радикальное лечение онкологических заболеваний. Эту операцию проводят лишь в 20 странах мира. Мы сотрудничаем с зарубежными специалистами. Они, увидев условия, созданные в центре, подчеркивают, что здоровью детей в нашей стране уделяется особое внимание. Это важное достижение медицины Узбекистана открывает новые аспекты оказания медицинских услуг в нашей стране. В настоящее время в центр поступили еще 2 пациента для трансплантации костного мозга, а до конца года планируется провести подобные процедуры еще 20 пациентам.